Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я поругался с девочкой, она начала мной манипулировать, я извинился, потом перестал ей звонить. Молчу 5 дней, она тоже. Значит, скучает ли она по мне и что мне делать? Ну, смотрите. Если вы поругались с девочкой, то первое, что нужно сделать, это, ну, пожалуй, поисследовать психологическую игру «Скандал». То есть, есть такая игра психологическая, вы можете найти ее в интернете, она есть, да, вот. Найти ее и поисследовать ее, потому что ссоры не возникают просто так. Вот. Ну, как правило, если, скажем так, если говорить конкретно про, ну, про ссору, да, и вот так далее, ссора не возникает на ровном месте и свидетельствует очень часто о том, что люди достаточно много чего-то терпят друг с другом что-то. Вот. Чего-то, ну, как-то вот не позволяет себе, там, грубо говоря, ну, опять же, не позволяет себе каких-то вещей, вот, и надеется на то, что, ну, что ситуация изменится, да? То есть надеяться на то, что ситуация будет, ну, какой-то вот другой, скажем так. Вот, другой. Ситуация не становится, а человек ведет себя, ну, как правило, да, так же, то есть как он себя, в общем-то, и вел до этого, потому что, ну, его, там, к примеру, все устраивает, да, ну, опять же, вот, допустим, человека, вот, ну, вообще просто все устраивает. И в итоге, ну, то, как бы, терпение лопается, и все, возникает все. То есть ситуация, ну, вот она в первую очередь такая. Следующий важный момент, как мне кажется, заключается в том, следующий важный момент, что вы говорите, что девушка вами манипулирует. Вот. Ну, помимо того, что пока что, скажем так, не совсем ясно и не совсем очевидно, как именно девушка вами манипулирует, да? Вот. Вот, ну, на что нужно обратить внимание, это на то, как вышло, вот, как получилось так, что вы девушке, ну, позволили вами манипулировать. Вот.
то есть как у девушки появилась возможность вами манипулировать. Вот. То есть в какой-то степени вы сейчас перекладываете ответственность себя на нее. То есть это она, говорите вы. Это она мной вот манипулировал, ну, манипулировал. Да, вот. Может быть. Но важно понимать и то, что вы ей позволяли это делать. Вот. Вы позволяли ей манипулировать почему-то. Вот. А почему? Хороший вопрос. Ну, почему так получается, да? Хороший момент. Нужно выяснить. И дальше уже разбираться с этим. Понимаете, да? О чем идет речь? Пока что, я бы сказал, что больше непонятно. Вот. Дальше. Вспомните, ну, пожалуйста, вспомните свои чувства, когда вы ругались. То есть что это было? Вот. Это было недовольством. Это был гнев. Это была злость. Да, то есть что это были за чувства у вас? И дальше обязательно то, что нужно вам сделать, это спросить себя, окей, я там, ну, грубо говоря, я злился, да, вот, а на что я злился, это понятно, ну, вот, там плюс-минус. Что вызывало злость? Это, ну, понятно, плюс-минус. А вот за что я извинялся и почему я извинялся? Это очень важный момент. То есть вы извинялись. Только за что вы извинялись? То есть, понимаете, какая штука? Вы вроде бы вы свою позицию-то вот, ну, высказываете, да, вроде бы вы ее выражаете, вроде бы вы ее проявляете, вот, вроде бы как. Так, а извинялись-то вы вот за что? Как раз таки, понимаете, да? То есть этот момент как раз, он не ясен. Если была ваша позиция, если вы там, ну, чем-то, грубо говоря, были недовольны, да, если вас там
условно, ну, условно, да, что-то не устраивало, вот, то, за что вы извинялись в таком случае. То есть, получается, странный момент. Дальше. Возможно, вам как раз, вот, ну, возможно, у вас есть такое ощущение, что вы, вот, вроде бы изменились, да, но себя вот, что называется, предали. Дальше. Вы говорите, что вы молчите сейчас, ничего не пишете. Не пишете. Очень важный момент. Почему? Да? То есть, почему я ничего не пишу? То есть вы хотите написать сейчас, девушка? Если да, почему не пишете? Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Вы большой молодец, что начали эту тему.